Русский язык. Постановка звука рэп, логика внимания, памяти. Работа с буквами. Сначала записываем простым карандашом, потом прорабатываем э, цветной ручкой. Если вам надо запомнить стихотворение, а ребенок плохо учит, попробуйте подключить движение. Перекидывайте с мячиком. автоматический слух, звукобуквенный анализ. А, пожалуй, никто, кроме логопедов, столько не уделяет внимания этой теме. Дети даже с минимальными дезортическими проявлениями, они требуют совершенно другого подхода. Здравствуйте, дорогие коллеги! Здравствуйте, дорогие! Сегодня, как каждую среду, мы с вами встречаемся на платформе Мерсиба, чтобы поговорить о наших с вами делах в профессиональном сообществе, для того, чтобы представить вам новые игры и наши задумки. Но, конечно, коллеги, дорогие мои, хочу начать с нашего профессионального праздника, который мы все вчера отмечали. Поздравление вас с Днем Логопеда. 14 ноября, замечательный день такой назначен нам. И я, конечно, хорошо помню те времена, когда такого праздника у нас в календаре не было. Но, видимо, значение нашей с вами профессии очень сильно возросло с тех пор, поэтому выделен в календаре специальный день, День логопеда. И вот я вам хочу сказать, что мы со своей группой институтской до сих пор поддерживаем связь, встречаемся со своими, вот, вот просто все подруги, которые мы учились в одной группе. В МГП имени Ленина еще аж в прошлом веке все друг друга поздравляли, слали такие ролики, и, конечно, очень приятно, что такой день есть в календаре. Я думаю, что во всех детских учреждениях, а я знаю, что здесь в составе всех специалистов, которые меня сегодня приветствуют, есть и дефектологи, логопеды, и психологи, и воспитатели, но думаю, что этот день для нас, для вами очень значимый. Вот он отмечает важность и огромную пользу нашей с вами профессии. Поэтому я вас поздравляю и сегодня, и неоднократно об этом скажу. Коллеги, в честь такого праздника мы открываем нашу осеннюю распродажу, вот как раз приуроченную ко дню логопеда. Большие скидки, и я буду это отмечать, потому что не так часто возникает возможность все-таки с большой скидкой приобрести игры Мерсибо для того, чтобы вот в своей ежедневной практике ими активно пользоваться и работать с детьми. Всех вас вижу, коллеги, всех приветствую. Вижу, что Донецк, Челябинск, видела, что Кандалакша, СКОВ, Белая Калитва, Санкт-Петербург, Электросталь, Хакасия, Красноярский край не дремлет с нами, вы понимаете? Пятигорск начал. А вот она. И Владимирская область, и Ульяновская, и Татарстан, и Пермский край, Екатеринбург, Абакан. Всех вижу, коллеги, вот пока сидела, Старатов на связи, опять Донецк. Воронеж, всех приветствую, всех очень рада видеть. И передо мной монитор с вашими вопросами, с вашими приветствиями. Вот тоже вижу ваши поздравления, коллеги. Надеюсь, что вы хорошо отметили этот праздник, как-то себя порадовали. И думаю, что вы также в честь праздника логопеда сможете порадовать себя нашими играми, материалами на карточках и так далее, поскольку везде большие скидки. Поздравила вас, поздравлю еще раз, коллеги, с удовольствием это делаю, потому что действительно вот этот появившийся праздник не так много лет он и существует, но отмечает нашу профессию. Сегодня у нас с вами тема о Оленегорск всегда вижу, Ирина. Думаю, что вот когда я вижу все эти города, вот Арзамас, я не была в Арзамасе, в Ижевске, в Саратове была, и в Оленегорске тоже была. Вот вспоминая этот момент, была целую неделю в этом городе. Вот поэтому, когда всех вас приветствую, знаете, у меня прямо в голове такая идет ротация. Вот здесь я хочу побывать, и вот здесь я уже была, вот это все интересно. Крым, Челябинск, коллеги, присоединяемся. И сегодня тема нашей с вами встречи – это активизация речи не говорящих детей. План у меня такой, коллеги. Будем смотреть на сайте Мерсиба, на нашей студии, на обновленной студии 2.0. Надеюсь, вы ее скачали, как бы, чтобы у вас был уже новый вариант нашей студии. В принципе, все то же самое. Игры сохранились, списки детей с вами сохраняются. Но вот эта возможность более современного вида, она у нас теперь присутствует. Вижу, что Мариуполь, Бронец, Миас. Их вижу, коллеги, и приветствую, поздравляю с Днем Логопеда, объявляю осеннюю распродажу. И вот, знаете, я сейчас прямо открываю студию, мы с вами будем видеть, и план у меня еще расскажу такой... А, это у меня первослов открылся, тоже хочу показать вам флешку первослов, поскольку, вы знаете, всегда на распродаже у нас есть три материала, на которых самые большие скидки. Чтобы обратить на это ваше внимание, я покажу вот эту флешку первослов, просто чтобы все представляли, у кого нету флешки, как это все выглядит. И знаете, вот когда готовилась к вебинару, думала о том, что мы с вами посмотрим, какие игры, догадываясь, что здесь с нами присутствуют дефектологи или логопеды, которые работают с детьми с тяжелыми нарушениями речи, и понимаю, что когда мы говорим о неговорящих детях, когда мы говорим о старт речи, запуск речи у неговорящих детей, с одной стороны, вот у меня как-то в голове больше такой акцент на маленьких детей, да, когда трехлетний ребенок не говорит, трех-четырехлетний не говорит, все понимает, но не говорит. Но, тем не менее, мы видим детей и дошкольников более старшего возраста, которые, например, не говорят развернутые фразы, не говорят развернутыми предложениями. Говорящие дети могут быть дети, которые, например, кохлеарный имплант им операцию сделали, они начали слушать. Это дети, которые не говорили, начали слышать. Дети со сниженным слухом, например. Тоже такой контингент детей присутствует. Мы говорим о детях с, такой, с, такой, с разной степенью... Ваше поздравление. Мы говорим о детях с задержкой и речевого, и интеллектуального развития, у которых вот трудности в речи. Поэтому... Не говорящие мы всегда ставим в кавычках, потому что это не просто молчащий ребенок, у которого речь отсутствует. Ребенок, который говорит мало, говорит короткими фразами, у которого нет развернутой речи, который плохо выражает свои мысли. Но всех нас утешает то, что на Мерсибо есть огромный арсенал инструментов, игр, которые помогают ребенку заговорить. Я чаще всего начинала с того, что показывала игры на... Игры для малышей. Когда у меня спрашивают, а какие у вас игры для неговорящих детей, я все, всегда говорю: Вот видите, рубрика Игры для малышей. Открывайте ее, и здесь абсолютно все игры вам подходят. Моздок, Керч, коллеги, приветствую. Дивногорск вот всеми с нами. Говоря о том, что сегодня мы начинаем осеннюю распродажу. Большие скидки. Поздравляем всех с Днем Благопеда и говорим о том, какие игры нам с вами пригодятся. С, таку, с такими детьми, которых я описала, и с которыми вы все, конечно, сталкиваетесь в своей практике. Но знаете, вот сегодня хочется расширить немножко вот этот арсенал игр и говорить не только об играх для малышей, да, но, например, начать с неречевых звуков, обратить внимание на лексику и грамматику, обратить внимание на обучение вызывания речи через чтение, да, через знакомство с буквами и слогами. То есть возможность к ребенку обращаться опираясь на какие то его сохранные зоны на его возможности на то что он ему интересно да? для этого нужно конечно перебирать этот материал и нужно быть с ним хорошо знакомым поэтому давайте посмотрим несколько игр на неречевые звуки для того чтобы убедиться что ребенок понимает узнает дает обратную связь все время о них говорю, очень редко показываю домашние животные, но, казалось бы, что проще может быть, чем домашние и дикие животные со своими звуками. На Мерсибо тоже присутствует этот материал. И как и любую игру, не только на Мерсибо, мы можем рассмотреть с разной точки. Сегодня говорим через вот призму активизации речи. Вот коллега спрашивает, подойдут ли эти игры для детей с раз, конечно, подойдут. И вы знаете, очень многие занимаются с детьми с аутизмом с помощью Мерсиба. Говоря о том, что у нас есть специальный комплекс, называется Аспектр. Покажу его в конце. На него очень большая скидка. Он именно предназначен для работы с детьми. Таким образом, там отсортирован материал. Вот. Но дети с аутизмом, так же, как дети не говорящие, с задержкой развития, дети слабовидящие, слабослышащие, и угодно дети, они все нуждаются в развитии речи, своего внимания, в умении контактировать, быть социально адаптированными людьми. Поэтому мы не разделяем вот эту игра такая и такая. Мы говорим так: вот домашние животные. Давайте их открывать уже. А, можем ли ты на ферме? Давай послушаем голоса домашних животных. Какое животное ты хочешь услышать? Нажми на него мышкой и Безусловно, послушай. все домашние животные, вот эта вот тема, она универсальна. Говорим ли мы о детях с аутизмом, о малышах двух-трехлетних или о детях шести, семи, восьмилетних с умственной отсталостью, неважно, животные есть животные, это всегда материал для того, чтобы, чтобы их послушать. Мы заходим в настройки, о чем я всегда напоминаю, и я вижу, что у нас здесь правильная игра и выставлена кнопочка реальные звуки. Сегодня мы говорим про малышей, про детей, для которых речь не развитая, не развернутая. И выбираем имитирующие звуки. Мы слушаем этих животных. Первое. Мы подражаем их звуков, второе. Третье. Мы их узнаем и различаем, разговариваем с детьми, описываем. Идем глубже, описываем их повадки, их особенности, рассматриваем картинку с точки зрения времени года. То есть, вот эта картинка может быть фоном для игры с таким ребенком, когда у вас здесь карточки с этими, вот, эти, с аутизмом. Да, вот у них интерактивная игра, мы посмотрели на котика. На котика. На собачку. А тут перед вами еще картинки, а тут перед вами еще игрушки, а может быть, рисунки или раскраски. Да? То есть вот этот комплексный подход, как мы любим, говорим, что интерактивная игра как фон, как элемент, как фрагмент, который как бы мотивирует ребенка заниматься. А так мы их рассматриваем. И вот наш неговорящий ребенок. Но он понимает, он узнает, он показывает пальцем. Я говорю: покажи, пожалуйста, где здесь петушок? Как он ку -ку. говорит. И слушай, как ребенок может повторить кукарику Довольно сложная конструкция. Но, может быть, он что-то из этого скажет. Всю лет он слоговую цепочку мне пораснет. Или просто скажет ку 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 ко Хорошо. Уже есть звук. Уже работа с гласными. И мы с ним двигаемся дальше. И мы можем <связывая> просто сказать, ну-ка, сделай вот так. <связывая> <связывая> и тут мы подключаем и артикуляцию, и эмоции, кто тебе нравится, какой он. Да? То есть, вот одна и та же картинка, которая позволяет э, ее применить в лексической теме домашние животные с детьми, старшей группы, э, в работе с неговорящими детьми, и так далее. И как любая картинка. Вот такая интерактивная звучащая помогает. Uh, урок «Освежить», урок «Занятие». Да, Сделайте его таким более симпатичным, информативным к, к этой игре, как и к большинству наших игр, есть печатное задание. Uh, вот Эльвира подсказывает, что можно выбрать имитирующий и натуральный звук. Я это как раз и показала. «Калининград», «Абакан» к нам присоединяется, коллеги. Или игра, например, «В гостях у жучков». Добро пожаловать в гости к жучкам. Послушай, что происходит в комнате, и расскажи, кто что делает. Выбирай героя или предмет, нажимай на него мышкой и слушай, что происходит. Я знаю, что дети очень любят вот такого рода многослойные картинки, где что-то происходит, где вообще... Которая может быть иллюстрацией к теме «семья». Кто у тебя в семье всегда... Мне нравится такая идея, опираясь на описание картинки, рассматривая, где здесь мама, папа, бабушка, чем они занимаются, какие звуки издают. А у тебя как зовут маму? А у тебя есть дедушка и бабушка? А кто у вас в семье моет посуду? То есть ребенок вовлекается в диалог, и картинка, опять же, является как подсказкой, как опорой для общения с ребенком. Вот. И когда мы слушаем эти звуки, у нас есть возможность просто их различать. Например, попросить ребенка отвернуться, закрыть глазки. Я нажимаю на вот эту вот бабушку, которая пьет чаек так шумно, а он должен догадаться, кто из извлек, откуда такой звук исходит, да, кто издает такой звук или же душ. Вот здесь льется вода. И дальше мы смотрим по ребенку, составляет ли он какое-то подобие предложения, называет ли он непонятные слова, которые он может произнести, различает ли он тут всех этих родственников и придумает, описывает их занятия, сравнивает свою квартиру. Короче говоря, вот любая картинка для наших детей, да, они говорят плохо, но мы всегда обращаем внимание на то, как ребенок общается, как он расположен к общению, да, вот его степень восприятие, степень его застенчивости, его моторика, как он контактирует с детьми, с детьми в группе, да, мы всегда вот так вот со всех сторон смотрим на ребенка. И поэтому, предлагая вот эти игры, мы смотрим, а что ему нравится, что ему интересно. Поиграть в музыкальные инструменты, рассмотреть животных. Или вот, как я в прошлый раз, сейчас не буду показывать, загадки звуков, когда мы смотрим на это и комментируем вместе с ребенком. Опять же, я говорю, что рубрика «Игры для малышей» она концентрирует в себе весь материал по работе с ребенком. Тем не менее, я как бы вот сегодня решила немножко расширить наш материал и показать, например, и грамматику тоже, потому что некоторые игры из раздела грамматики также входят вот в рубрику «Игры для малышей». Почему? Потому что, работая над речью, мы всегда берем тему с глаголами, да, как слова действия, как основа предложения – мы берем слово, мы берем игру дискотека, потому что здесь рот имен существительных, как ребенок на слух, какое у него вообще языковое чутье, как он это все произносит, не говоря о том, что в эту категорию условно, еще раз говорю, очень условный термин, эти не говорящие дети. Хотелось бы мне какой-то синоним придумать, но пока еще у меня вот нету в голове такого потому ну, что это какой-то не очень коррект, корректный термин, тем не менее вот мы им пользуемся. Это могут быть дети, которые, для которых русский язык не родной, вот, знаете, теперь их называют инофоны, это дети, которые жили совершенно в других краях, может быть, на Кавказе, в Азии. Сейчас она находится в группе и планирует идти в школу, изучать русский язык. И для них тоже вот этот материал отлично подходит, потому что он расширяет их представление о языке и, и он учит новые слова, новые конструкции, он строит фразу, да, потому что, как правило, эти дети говорят на русском языке, но тем не менее очень ограниченный словарный запас. Эти игры нам помогают. Вот. Поэтому мы берем отсюда игры самые такие простые, для того, чтобы, еще раз говорю, работать над восприятием, пониманием речи, над контактом между ребенком и специалистом, контактом между детьми. Посмотрим нашу игру, бежит, лежит. Малыши, поиграем от души. На картинке посмотри, кто что делает, скажи: угадать тебе придется, кто сидит, а кто смеется, где уточка летит. Где уточка летит? Да? То есть, прежде чем мы скажем, утка летит или слово летит, или слово утка. Да, оно простое, оно начинается на гласный звук. Мы обсуждаем с ребенком, это кто утка? Ну-ка покажи, как она плавает, покажи, как она летит, да, чтобы ребенок помахал руками, что-то изобразил. Конечно, работая вот так с ребенком, мы подключаем такую эмоциональную сферу, рассматриваем, удивляемся. Да? Всегда через интерес, через эмоции есть возможность ребенка включить в эту нашу игру. Правильно. Здесь уточка летит. Где уточка? ныряет. Коллеги присоединяются, всех приветствую. Говорим сегодня о том, какие игры нам подходят в работе с малышами, с неговорящими детьми. А также сегодня говорим о том, что у нас распродажа запустилась. В конце более подробно расскажу про наши большие скидки с сегодняшнего дня. Также будет еще одна интересная информация, коллеги, поэтому слушайте внимательно, буду, буду рассказывать. Итак, уточка ныряет, сам термин ныряет. Если ребенок не знает, то мы его знакомим. И мы относимся к этой игре не как к проверке, как к тесту ребенку, да, а как к игре. Он же знает, Верно. а ты любишь нырять. Здесь уточка ныряет. Где уточка? Плавает, плавает? ныряет, двигается. Все это позволяет нам посмотреть, в каком состоянии речи ребенка. Достаточно ли, может ли он сказать это слово, может ли он сказать глагол? Насколько он повторяет за нами, привносит какой-то свой комментарий тоже в этот текст. Да, здесь уточка плавает. Где уточка крякает? Крякает, а уж покрякать в этой игре сам Бухвили. Хорошо, здесь уточка крякает. И поэтому, зная вот этот материал, у вас может быть картинный материал на эту тему, еще раз говорю, предметный, игрушки, пластилин, все что угодно. Это сочетание и взаимодействие с такими детьми, да и с любыми детьми, когда мы берем и игрушки, и картинки, и предметный материал, и, возможно, ребенок наш занимается стоя, чтобы показать эту утку, чтобы изобразить... Мы, э, Где мама? И готовит. так далее. У нас тут мама, потом у нас там есть и, и, и дяди, и тети, медведи, зайцы. Э, много разных персонажей, с которыми ребенок знакомится, повторяет, называет и таким образом наблюдает. Ну, конечно же, приятное задание. Поэтому материал на грамматику, он очень тоже пригодится, потому что вот, например, я вам все время рассказывала, что суд внук Феди, он до трех лет не говорил, я как бы его называл не говорящим, но тоже так вот и не скажешь, потому что какая-то тарабарская речь у него присутствовала, мы его все понимали, и я видела очень хорошо, что он ну вот он в игры Мерсиба прекрасно сидел, играл, а поэтому вот я понимала, что у него задержка именно произносительной стороны речи, но сам он очень умный человек, который великолепно там складывал пазлы, мы с ним играли очень много в предметные игры, вот знаете, это удивительный момент, что есть взрослые, которые вообще не могут играть с детьми, я имею в виду родители. Вот моя дочь, например, она говорит, ну я вообще не могу вот, вот сидеть с ним, играть в игрушки, в какие-то ролевые игры. А вот я всегда могла играть и со своими детьми, и с внуками с легкостью, потому что вот мне это как бы, ну вот он как бы есть этот момент, и все. И поэтому э мы играли в ролевые игры за персонажей, мы ходили, мы передвигались, мы... Играли много в настольные игры. То есть я всегда видела, что он очень развитый. Но вот звуковая сторона речи очень отставала. Я, конечно, предлагала все эти игры, но все равно раньше трех лет вот он пошел в детский сад. Началась очень социально активная жизнь. И через полгода он уже разговаривал совершенно нормально. Это в 5,5-6 в лет уже доставили звуки. И все. Сейчас он учится во втором классе. Все как бы в порядке, все хорошо. Вот, поэтому... Я понимаю беспокойство родителей, и сейчас вот я когда а, получает наши техподдержки, все время вопросы. Ребенок год и 9 месяцев совсем не говорит, только мама, папа, баба. Что мне делать, беспокоиться или нет? Вот для таких детей мы предлагаем игры. Вот они у нас в рубрике «Игры для малышей». Видите, игра «Бежит, лежит» здесь тоже присутствует. Она именно, видите, так отрисована, как для маленьких детей. Но все-таки придерживаемся темы запуска речи, поэтому смотрим именно те игры, где с нашей стороны контроль за тем, как ребенок говорит, произносит. Ну, например, тик-так звуки. Начинаем с этой игры. Белгород, приветствую. Будем мы с тобой играть, точно звуки повторять. Шире ротик открывай и быстрее повторяй. Мы картинку открываем, звуки Точно повторяем. Словно умный попугай, за героем повторяй. Ай -яй -яй. Я поменяла настройку, чтобы 15 секунд у меня была картинка. Мы картинку открываем, звуки точно повторяем. Словно умный попугай за героем повторяй. Вот этот тот самый момент. Приветствую коллеги всех, кто присоединяется. Саратов, Донецк. Серьезно. Рассматриваем игры для малышей, для не говорящих детей. И говорим, что у нас теперь распродажа, поэтому смотрим внимательно. А, вот такой момент. Бим. -бом. Здесь у меня в настройках надпись появляется. Бим-бом. Повтори. Вот какой колокольчик. Смотри, какой он красивый. Поезд поехал. То есть вот такие Чу. краткие конструкции. Я думаю, что Фиди бы повторил до трех лет, потому что они простые. Чух-чух. Дин-дин. То есть начинаем гоп, с простого. Гоп. Выцепляем то, что у ребенка получается. Получается с легкостью. Кач, Рассматриваем варианты. Да, ты любишь качаться на качелях, а ты на, на лошадке ездил? Да? То есть смотрим на ребенка со всех сторон, и предлагаем ему это все обсудить, показать, порадоваться этому. Кап, кап. Какая вот тучка капает наш котик. Позовем его кис-кис. Ой, укололи Ой. пальчик у розы, такие острые шипы. Пожалуйста, вот этот материал очень хорошо вообще с детьми от полутора двух лет заниматься, если вы, если у вас родители спрашивают, а вот что делать, вот нам так хочется, пожалуйста, путь подписываются, и у них будет возможность, например, с вами контактировать, и вы будете эти игры находить, или же вы скажете, вот вы подписались, вот у вас игры для малышей, пожалуйста, пользуйтесь. Что еще из этого варианта? Видите, у нас тик-так звуки, тик-так звуки два. Вот я вам показала первый вариант. И второй, уж скоро у нас наша тема сегодня именно это. Будем мы с тобой играть, а с чат, с много вален. звуков повторять. На картинку нажимай, за героем повторяй. Пах, mm -hmm. пах, вот, видите, пах. уже у нас такие гласные появляются. Пах. Чайник, пых-пых-пых. Уф, уф. Угу. Вот таким образом появляются разные животные, разные машинки. Самый Ту. простой набор Ту. слогов, который мы предлагаем повторить детям. Я думаю, что они с ними справятся. Или же вы видите, что... О, опять у нас уф. сова. Вот они уф. такие симпатичные, понятные. А так меня слышно нормально? Ку. Ку страницу перед... Появляется ребенок. Ту, ту. Вот таким образом, коллеги, да, вот этот момент, который мы сочетаем и с книжкой, и с игрушкой, и с возможностью повторения, это, конечно, здорово. И вот я согласна с Ириной, очень доступно и полезно. Как раз вот от доступности я вам хочу сказать, что очень кла, это все действительно кла. доступно и не требует каких-то специальных разъяснений понятно вот такого рода игры тик-так бим-бом чух-чух тик-так звуки игры звуки у нас такого же плана они нам здесь очень помогают игра ловец слов тоже хочу ее показать потому что знаете все время вот в эту в эту тему погружаясь как ребенок нас понимает когда мы говорим про детей с умственной отсталостью, то как они реагируют, понимают, как они смотрят, может быть, и они слышат, может, они с пятого раза понимают. Это, конечно, совсем другие дети, и нам нужно находить контакт. И вот одна из игр, такая как «Ловец слов», да, собственно, любая игра да, предполагает, что мы показываем предметы, называем, спрашиваем, спрашиваем. Ну вот здесь прямо э, выбираем предметы и называем их они не подобраны по звуковому составу. Посмотри, как много здесь интересных картинок. Я захожу в настройки. Так, все отлично работает, очень хорошо. Спасибо, что... И настройка у нас всегда. Видите, сколько предметов будет на экране. Допустим, 6. Количество слов. Количество предметов. Я не помню. Поворот, вот без поворота, да, по-разному по дети реагируют. Видите, сейчас у нас тут автобус вверх ногами, узнает ли его ребенок. В принципе, хороший момент, но сначала выбираем вариант простой, без поворота. Включаю звук, видите, его... Лимон. Просто звучит слово «лимон». Где лимон? И я прошу ребенка назвать это слово и только потом по нему щеку. Пусть он скажет, «он», пусть он так скажет, да, но это речевая активность, это возможность произнести. Здесь я даже не ставила задачу, знаете, простые какие-то слова, односложные нет. Вот слово лимон как может, так повторяет. Исчезает лимон, появляется ключ. ключ. Может он скажет, ум. У, хорошо, ключ, но он слышит мое произнесение, он слышит произнесение диктора. А это очень важный момент, потому что когда вот мы сидим рядом с ребенком, и я концентрируюсь на том, как ему четко произнести, он видит мою артикуляцию. В течение всего дня, допустим, в коллективе, в детском саду или дома в семье, так особо, наверное, никто ему в голову это все не артикулирует. А прямо мы прицельно занимаемся. Где автобус. автобус, да? То есть, прежде всего, понимание. У меня здесь два пункта понял, показал мне. Может, у меня какая-то красивая волшебная палочка, которая с помощью которой он будет показывать на ноутбуке картинки. И плюс я все время говорю: повтори, и после этого я нажимаю. Ну, таким образом, Ой. видите, меняются картинки, меняются слова. Узнает ли ребенок эти картинки, знает, или он только знакомится, и мы ему сами показываем, где тут что. Тут, видите, я достаточно абстрактно говорю, потому что только вы себе можете представить ребенка, для которого вы сейчас себе ставите галочку. Ага, отлично, вот этот материал ему подойдет очень. Здесь же, в этой рубрике «Игры для малышей» в Включены еще игры и на логику, на внимание, на узнавание, что тоже само по себе очень хорошо, потому что я вот с самого начала об этом говорю: разносторонний подход к ребенку. Не только мы над звукопроизносительной стороной речи работаем с такими детьми, но и над пониманием. Мы даем возможность ему как-то эмоционально в этом участвовать. Мы задействуем моторику, предлагаем ему поиграть. А, а, стоя с нами, да, или стоя, или сидя. Если это малыш, он может сидеть у вас на коленях. Тут все по-разному будет. Поэтому э, смотрим игры, которые на логику внимания. А затем я как раз э, хочу, вот Лилия спрашивает, как называется эта флешка. Я прям покажу флешку первослов, на которой сконцентрированы игры для таких детей. Но так как вы знаете, все, что на игровых флешках, все есть у нас и на сайте. Поэтому здесь игры пересекаются, конечно же. И кто пользуется подпиской, для них все игры доступны. Кто пользуется флешками, для них такой концентрат. Очень я люблю игру «Потерянный хвост». Тоже для таких детей очень она симпатична. Обращаю еще раз ваше внимание, в новой версии, которую вы скачаете, студия, всегда будет такой вот печатный станочек, печатная машина, для того, чтобы заранее распечатать. Вот, Лилия, а флешку первослов потом покажу. Звери наши без хвостов. Ты найти хвосты готов? Будь внимательным, тогда начинается игра. Чей где хвостик, угадай. Куда надо, подставляй. И хотя здесь нужно нам только бы хвост подставить, но тем не менее это собака. Скажи, кто это собака, как она говорит аф-аф. Ой, аф. это Блинное волк. Это было. Вот собака-то. Поэтому ребенок, видите, у него несколько задач. Узнать, что это собака, попытаться сказать слово собака, или же поговорить, как она выражается у нас, эта собака, как она лает. Гав-гав, аф-аф, там на что способен ребенок. И третье, найти ей правильный хвост. Спасибо, подошло. Петух, ко-ко-ко, ку-ку-ку, все, на что способен ребенок, описать его, если возможно, какой он. Кто это? Короче говоря, отталкиваемся от возможностей речевых ребенка, описываем, рассказываем, изображаем, ходим, как петух по кабинету или по комнате, да, как угодно. Спасибо, подошло. Кто это зайчик? Покажи зайчик маленький, серый, пушистый, как он прыгает вот у нас тут игрушка какая-то лежит, погладь его, зайчика, и так далее. Спасибо, подошло. Бобр, бобр, вот у него какой хвостик. Спасибо, подошло. Кот, павлин, петух, корова, поиграть с тобой готовы. Как с хвостами все красивые. Говорят тебе. Спасибо. И вот еще такой бонусный момент. Победа. Лишний раз Я показываю вам, коллеги, какие короткие игры, да? насколько легко их применить несколько штук в занятии с ребенком. Открываю нашу флешку первослов для Лилии. Показываю, то есть, чтобы вас тем более на нее очень большая скидка. Это вот одна из наших лидеров из трех флешек, на которые действует самая существенная скидка. Вот если мы на сайте видели, у нас здесь рубрики, и мы выбираем лексика, грамматика, чтение, письмо и так далее, то здесь все у нас концентрировано. И рубрики уже такие. Слышу, повторяю. Волшебный микрофон, игра с микрофоном. Ожившие картинки. Вот эти игры тоже есть на сайте. Мы можем как на сайте с вами их посмотреть, так и на флешке первослов. От слога к слову. Простая фраза. Грамматика, уже тоже вот момент грамматический, о чем я вам и говорила, очень важен в смысла различительном плане с ребенком общаться, да, чтобы мы понимали, что он слышит нюансы. Множественное число, единственное число. Мы слышим, как он согласовывает слова в предложении, даже когда он невнятно говорит, вот этот момент присутствует, и мы ему в этом помогаем слышу, повторяю. Мы с вами э, смотрели домашних животных, здесь на флешке есть дикие животные. Мы смотрели тик-так звуки на сайте, они присутствуют здесь на флешке. Вот наша любимая игра «Весело поем», с чего мы начинаем. Очень часто с такими детьми мы начинаем работать с гласными звуками. Игра «Весело поем». Чух-чух, паровоз, ты куда зверей повез? Заяц, волк, лиса, медведь, все хотят с тобой попеть. Слушай их и повторяй, гласным звуком подпевай. Каких основ... А есть настройки-то я говорила. Подъемом, протяжный или короткий звук. Выбираем, как бы нам хотелось слышать наших животных. Подъемом. о, -о, -о, -о! Конечно, если ребенок настолько тяжелый, что гласные у него тоже нужно ставить отдельно, мы выбираем сначала короткий звук О, потом протяжный О на одной ноте и, наконец, подъемом О. Здесь тоже вот эта фономатическая подготовка развлечения, как ребенок различает эти звуки. Задача повторять нам эти звуки. А для детей постарше, возможно, придумывать Э, э, имена или слова на эти звуки. Э, эхо, эдик, эскимо. Даже просто набор слов, когда вы никаким реально, звукобуквенным анализом не занимаетесь, а просто на мишку нажимаете, но ну, на «э» «ы» не придумаем. У, посмотри, какие слова могут быть. Ухо, умный, уточка. То есть мы, общаясь с ребенком, все время направляем ему вот эту вот информацию звуковую, произносительную, артикуляционную. Он на нас смотрит, опирается на это. И, конечно, здесь очень высокий эффект это – это звукоподражание и героям, и нам с вами как специалистам, да, потому что он ориентируется, и мы корректируем этот момент. Вот сейчас смотри, у тебя получилось, ну-ка давай еще раз. То есть если у ребенка получается, мы Закрепляем что у него уже получается. А -а -а. И таким образом надо будет Хорошо повеселились и по лесу прокатились. Такие поем песенки мы поем. Песенки? Волшебный микрофон. Ну, сейчас не подключала микрофон. Здесь привет планетам. Эхо в горах. Работа с микрофоном всегда хороша, с такими детьми, потому что а, персонажи на экране отражают а, звуки героев. Звуки не героев, а звуки ребенка. Вот он издает в микрофон, а у него там происходит всякая движуха. Ему интересно за этим смотреть. А значит, подавать еще голос, а значит, произносить какие-то слова, слоги, то, с чем он справляется. И вот тот самый набор ⁇ День рождения ⁇,⁇ Ева в деревне да, ⁇ Все игры такие аналогичные, но с разными сюжетами. И мне очень нравится, что общаясь с нашими детьми, мы одновременно концентрируюсь с одной стороны на, на произносительной стороне речи. Сейчас мы даже с вами не говорим о звукопроизношении, о постановке звуков. Говорим о том, что нужно говорить, проговаривать, строить маленькую фразу, говорить слова. И в то же время у нас все время разный контекст. И он знакомый для ребенка. Он отмечает день рождения, он, скорее всего, был где-то в деревне или на природе. Зимой снеговики, как правило, лепятся, детская площадка, семья дома, семья на прогулке. Вот такие сюжеты, знакомые ребенку, позволяющие нам с вами поговорить с ребенком на эту тему. Давайте посмотрим семья на прогулке. Какой прекрасный денек! Пойдем гулять? Оживляй героев картинки и повторяй за ними слова и звуки. Это Папа. Это бобик. Это мама. Это велосипед. Это Миша. Это Оля. Это Федя. Это голуби. Это... Дождик. Вот такое знакомство. Да, ребенок это слышит, видит такая достаточно современная, понятная картинка. Он может в своем опыте сравнить, да, где он гуляет, как у них это все выглядит. И, конечно, мы предлагаем такую игру. Знаешь, что здесь очень простые слова, алло. потому что у нас есть игры, где уже короткая фраза звучит, а есть просто слова. Привет! Алло, привет! Гав-гав. Гули-гули-гули. Просто нюхает девочка цветов. А -а -а. Да тоже вот такая эмоциональная, включенная. Нюхали, выдохнули. Да такая небольшая дыхательная гимнастика. На. Самые, самые дай. первые наши слова. На-дай. Мы уже, когда ребенку один год, год и два-три месяца спрашиваем. Ну что, как, что он произносит? Он говорит, мама, папа, на. Да, и еще не говорит. И здесь я корей как раз не за то, чтобы подгонять ребенка, чтобы он скорее, скорее там это все делал. Но тем не менее, вот общение с ребенком, все эти наши замечательные ладушки, ладушки, полетели на головку, сели, все эти речевые игры, это необходимое абсолютно окружение ребенка вот этим вот этим словесным взаимодействием, для того, чтобы он нормально развивался, развивался его мозг, да, развивалась его речь. Без этого невозможно. И я считаю, что вот наша с вами задача в этом плане, у нас, этот момент просвещения родителей, потому что сейчас, ну, многие говорят, да родители даже не знают, что с детьми надо разговаривать, что с ними надо играть. Ну, как бы вот он одетый, сухой, чистый, этого достаточно. Но нам надо говорить родителям, мы с вами как специалисты знаем, что к ребенку надо обращаться вот с момента, как он родился. Обращаться, вот это лепит гуление, это все реакция, которая появляется в ответ на обращение. Ребенок привыкает и понимает, что к нему все время обращаются, его учитывают в этом пространстве. Он не колобок, которого завернул, в пеленке отложил, заплакал, покормил. Значит, памперс поменял, вот все, все в порядке. То есть вот это общение, очень важный момент, я прямо, честно сказать, за него болею, и сама-то наблюдая родителей довольно в этом плане адекватных, которые понимают, что с ребенком надо разговаривать. Но думаю, что если вы как логопед, как дефектолог занимаетесь детьми, то отмечайте, что вот есть дети, то что вот раньше, не знаю, какой сейчас есть термин, назвал спецзапущенность, то есть ребенок с хорошим потенциалом, но с ним никто не общается не считает нужным. Я таких встречала и думаю, что вот когда вы проводите родительское собрание, не только говорите о том, что вот как, значит, какие у нас планы на Новый год к празднику, что приготовить, но и вот прямо посвятить этому тему, как взаимодействовать с ребенком, какие-то подсказки. Конечно, я понимаю, что родители не все могут играть с детьми во что-то, и это нормально, да? потому что у одних это есть способность, у других нету. Кому-то это интересно, кому-то интереснее почитать с ребенком сказку. Но вот эти наши интерактивные игры Мерсибо, если родители сами не могут поиграть, могут вполне пригодиться в этом плане. Да? То есть здесь у нас вот такая игра. Лепим снеговика тоже Какой вот эта история зимний, зимний день, день появляются персонажи их а, их называют называют их имена да? потому что вот я когда работала я понимаю что перебивать это Вова это Нина это Петя это бобик. Это митя. То есть вот такой простой материал, но мы говорим о том, что это уже короткая фраза. Это Таня, это Митя, это Витя. Вот уже мы соединяем два слова. Мы даем ребенку этот пример. Он слышит его с экрана, он слышит его от нас, и мы как бы вытягиваем из ребенка эту конструкцию. Мы формируем в нем привычку это произносить. Тюменская область, Чебоксары. Коллеги, смотрим игры для условно так не говорящих детей и говорим о том, что вот на флешку первослов, которую я сейчас показываю, очень большая скидка. Даня Вот уже пошла короткая лепи. фраза. Петя, тени. Вова, лови. Митя, кинь. Аня неси, Ди... То есть одну и ту же фразу Хоти. мы можем с ребенком повторять по нескольку раз. Может Нина, быть здесь будет персонаж, который помоги. ему понравится. Ну, ка, Бобик, скажи Бобику. Сиди. О. Снеговика слепили и звуки Надо повторили. Надо мне э, делать мечанием как бы не забудь чтобы не так быстро заканчивалось. Не То есть знакомая ребенку погулять? ситуация, вот умение проговаривать имена, проговаривать слова. И вот видите, иди, лепи, неси, тяни. Простые короткие фразы. Вот Надежда меня поддерживает. Очень добрый, полезный материал э, для профессионального роста самое главное, что он полезный для развития речи детей. Да? И у нас с вами такой есть инструмент, и мы смотрим, ага, мы с этим ребенком еще на уровне бум-бум, день -бум, динь бам-бам, или мы уже называем имена, вот в предыдущей игре «Алло», «Привет», «Пока», сопровождаемый жестом, возможно. И вот уже у нас здесь короткая фраза. Или мы двигаемся, видите, от слога к слову. Вот здесь у нас были такие короткие простые фразы. И вот мы уже двигаемся. Две белки. Привет! Большой привет! Отгадай, что задумали белки. Они произносят части слова, а ты скажи все слово. Mm -hmm. Что произнесла первое ba. слово? Ой, первая белка. Ба. Повтори. Ба. Когда, знаете, вот... Сколько вот наблюдаешь детей, если ты в них заинтересован, если ты умеешь играть с ребенком, а я уверена, что мы здесь все с вами такие люди-то и собрались, ребенок а, хочет отозваться. Знаете, вот отвлекусь, была вчера конференция, вот Логофест проводили, и я смотрела, какие делают специалисты пособия. И весь кабинет просто сантиметра нет живого, все в пособиях. И знаете, у меня такая мысль была, да, вот тут пособие, а я вот больше пользуюсь, например, компьютером и карточками, да, у меня Мирсиба, а у кого-то больше игрушек. Кто что выбирает и предпочитает, и по сути это даже не важно. Важно вот это вот внимание к ребенку, да, вот с ним играем. Ребенок тогда нам отзывается, когда он полностью в поле нашего внимания, в поле нашего зрения. Смотри, белка сказала «ба», а вторая что? «Тон, скажи, ба, Батон. Что получилось? Батон. Где он? Да вот он. Так и есть. Вот так слово а, у нас плюс. специально поделено на две части. Здесь все слова из двух слогов. Даем возможность по частям произнести слово. Молодец. Банка. Бан Естественно, Молодец. «о». Отлично, умеешь угадывать. А, здесь слова. у нас два Ты было. Мало, пять букв. То есть не забывайте, что, что в настройках вы выберете, еще какие поиграем? там будут слова, сколько раз. Тут у меня было пять раз, видимо, да. Четыре раза. Вот вы можете их гораздо больше выбрать кузнечик, огуречек, то же самое, произносим разные слоги, лампа Алладина, хочу конфетку. Вот это все блок, который позволяет ребенку повторять за вами слоги. То есть видите, мы как с вами перемещаемся от таких слогов, которые наши дикие домашние животные произносят, и мы можем вместе произносить с ребенком. От работы с гласными, когда мы выделяем вот набор гласных звуков, перебираемся к слогам. И все это, конечно же, на фоне общения с ребенком, на фоне диалога с ним, задавания ему разных вопросов. Да, он говорит плохо, невнятно, у него какая-то искаженная фраза. Неважно, мы поддерживаем его речевую активность, мы переспрашиваем, чтобы понять, что он скажет что он говорит, мы и переспрашивая, как бы мы все время даем ему понять, что да, ты сейчас будешь лучше, я хочу тебя лучше понимать, да? потому что это тоже для ребенка очень важно, стремиться к тому, чтобы он хотел говорить лучше, чтобы его лучше понимали, проще было ему играть с детьми и так далее. На отработку слоговой структуры Наталья меня спрашивает, мне кажется, что да, вот вы сейчас посмотрели, какая это игра – можно сказать, что она на отработку слоговой структуры. Но здесь подобранные слова, Наталья, на два слога. Я даже считаю, что на слоговую структуру у нас есть игры в рубрике чтение слогов. Вот там тоже очень много. И можно, опираясь на вот эту, на чтение, да, произносить слова разной слоговой структуры. Но еще по слоговой структуре у нас есть очень хорошая игра на сайте слогобумс: «Слогобум», слогобумс. Слогобум. Вот там прямо выбирайте один, два, три слога, проговаривайте их по путям. То есть, вот варианты работы с слогом у нас, конечно, присутствуют. Или вот игра простая фраза, да, то есть, смотрите, как мы двигались от гласных через повторение. Вот эти ожившие картинки все простые, коммуникационные, имеют вот эти подтексты: Алло, привет, пока. Вот. И светулик нам говорит, что для детей из ЗПР очень актуальный материал. И это так. Да, для детей из ЗПР я не выделяю их в отдельную группу, да, потому что я с самого начала сказала: будь то аутизм у детей, Ромдауна, одаренности, Бог знает, что еще у них всех, все они дети, которым мы призваны помочь говорить хорошо, социально быть адаптированными хорошо в коммуникацию, при том, что это не отменяет, что мы как бы не над характером ребенка работаем. Он может оставаться или очень активным, или застенчивым. Да? Тем не менее, под... чем лучше ребенок говорит, тем легче вступать в контакт, более уверенным он себя чувствует. Смотрим игру, где пони. Уж забыла и что. Здравствуй. Вот веселые привидения и оно очень любит играть в прятки. Привидение спросит, где игрушка? А ты найди и покажи. Да, вот я рада вашим комментариям, коллеги, Нет? когда вы так пишете. Мне это очень приятно. Я прям понимаю, что вы меня слушаете. Вот и Света написала, и Татьяна, и Ирина, читая ваши комментарии, что действительно нужный полезный материал для работы с детьми. Главное, он разнообразный. Смотрите, мы выбираем здесь табличку сложность игры простая или повышенная. Это все в зависимости от того, какой перед нами с вами ребенок. Сейчас найдем. Жанна, вы меня прямо расстраиваете таким вопросом, может ли использовать дефектолог или только логопед. Конечно, дефектолог в первую очередь, потому что дефектологи работают и над речью ребенка, работают с детьми с умственной отсталостью, с задержками различного характера. А с чем же им еще работать? Мы для дефектологов отдельные флешки, не, ну, как у нас есть зарядка для ума, уж мы ее позиционируем как для дефектологов. А у нас сейчас распродажа, и на нее будет скидка. Эльвира скорее пишет, у нас много игр для дефектологов. Но вот разве такая игра не подойдет для дефектолога? Конечно, подойдет. Так, я все прослушаю вопроса. Опять же, вспоминаем нашу игру ловец слов. Где пирамида? Есть довольно длинное слово, их 9 штук. Уго, Есть? Пирамида. Играем Где в прятки с этим ведро? привидением. Где ведро? Что мы хотим от ребенка, на что способен, то от него и хотим. И он скажет, вот ведро, это ведро, мое ведро и так далее. Выжимаем все, что можно, да, то, на что ребенок способен. Обрадовался наше привидение. Где ведро? What вот ведро. ведро, казалось бы. И так далее. Нам персонаж задает вопросы и Опять же, да, вот Жанна как дефектолог работает, и вот этот момент понимания, узнавания картинки, выбора этой картинки, проговаривания, все что угодно, задействуем все, все сферы речи для того, чтобы ребенку было легче, чтобы, чтобы у него был такой опорный материал. И еще раз говорю, коллеги, я всегда за то, чтобы материал, который у нас интерактивный на экране, дублировался еще рисунками, карточками, предметными, ролевыми картинками возможностью ребенка выполнять это стоя или как-нибудь, я не знаю, руки за голову положив, или пританцовывая, или изображая всех этих животных, или покажи ведро, покажи мне руками, как ты несешь вот так вот ведро. Это пирамидка. Покажи, как ты складываешь пирамидку и так далее. Вот всегда активный контакт с ребенком. Мы же с вами понимаем, что только вот сидеть и четко выполнять инструкцию игры довольно скучно. И еще раз, как мы с вами говорили, момент грамматики очень важен, как ребенок понимает материал, улавливает, выбирает. Это все очень важный момент. Ну, давайте посмотрим в гостях у паука. Здесь игра на уменьшительный ласкательный суффикс. И если уже на такой стадии ребенок находится, так это вообще у нас уже и отлично. В гостях у паука. Наш веселый паучок приготовил сундучок. Дом, домик, гном, гномик, пирог, пирожок. Называй слова, дружок. Сундучок, откройся. И вот мы предлагаем ребенку уже вот такую грамматическую игру. Шар, шарик. И здесь, смотрите, я. Ой, спасибо вам, коллеги, вот наконец расписались-то вы стали писать полезно, интересно, познавательно. Я обычно только в комментариях к заполненному сертификату это читаю. Но это действительно так. И для тех, кто присоединяется, я показываю флешку первослов, специально ее показываю, потому что у нее самая большая скидка. И вот такие, как дефектологи, как Жанна, для вас это просто необходимый материал. Еще раз говорю, два варианта: либо это подписка, либо это флешки. Вы выбираете, как вам удобно. И вот когда мы говорим про грамматику «шар-шарик», «мяч-мячик», то здесь я не концентрируюсь, например, на звуковке, говорит ли он «шарик» или «фарик» или «фау-хай». Я на том, как он э, грамматическую вот эту вот структуру показывает. «Мяй-мяик». Даже если скажет «мяй-мяик», все, я слышу, он, он понимает эту грамматику. А дальше мы уже с ним будем... Затянем это мяч, мячик, но он понял, что я от него хочу. Покажи, где мячик. Покажи, где мяч. Может быть, вот с этого я начну. Да? Видите, тут у нас мыши ползают. Вот они тут такие. Елка, елочка. Лук-лучок. Вагон-вагончик. Да, это такая тоже игра многофункциональная. Можем отрабатывать звук ч, поставленный у кого он страдает, а вы его поставили, или же в данном случае мы говорим о структуре вот произнесенного слова, его его образа, да, его рисунка этого слова вот над этим работаем. Ну и так далее. Появляются разные картинки. Еще раз говорю, здесь мы можем или звуки отрабатывать, или концентрироваться на том, как ребенок произносит. То есть вот она флешка первослов. Смотрите, довольно-таки информативная. И на все случаи жизни здесь существует материал. Я возвращаюсь в нашу студию, да, чтобы показать, что вот у нас здесь эти игры есть. Вот они из первослова. Но значит на сайте, конечно, они представлены еще в большем количестве с нам на в работе, на своих детей и внуков, конечно, Ирина, я все время об этом и говорю. Ми со своими с внуками, в частной практике, когда вы приходите, да, вы с собой не приносите гору пособий, полный портфель. Вы приносите флешку с или подписку, где просто занимаете свой логин, пароль и оказываетесь там. И пару. Пару карточек. Я очень люблю наши карточки. Считаю, что вот именно сочетание такой настольной печатной деятельности очень хорошо подходит. И коль скоро мы с вами говорим о развитии речи ребенка, я, конечно, например, хотела бы сегодня показать еще игры на эмоцию, на моторику, потому что это все тоже развивает. И я вот с вами удивилась, коллеги, что когда я начинала работать, конечно, у меня был такой страх, что мне дали не так много времени надо поставить все звуки и я знаете вот прямо сквозь ребенка смотрела только артикуляционная гимнастика только звуки но сейчас конечно <laughs> смотришь уже на ребенка в комплексе и вообще понимаешь что главное даже не столько звуки сколько вот его умение понимать соображать коммуницировать это то что готовит его постепенно к взрослой жизни которая наступает очень очень быстро показывает наш вот, поэтому, когда мы говорим про звукопроизношение с малышами, а звукопроизношение, вот артикуляционная гимнастика, и это то, что есть, например, и в нашей рубрике. Приходит свой ноут сказать, это плохо. Родители не дают компьютер, у только один компьютер. Это Должна организация давать вам, в которой вы работаете, и компьютер, ноутбук. Я вот когда последний раз работала, там у меня даже принтер был в кабинете. Вообще были прекрасные условия, подмосковье, так бывает. Ну вот вариант игры малышастика. Тоже говорим о том, что развивая речь ребенка и произносительную сторону, и вот эту моторику лицевую, все задействуем, активизируем, потому что все вот эти усилия, они обязательно приведут к тому, что количество наших усилий перейдет в качество речи ребенка. Игра малышастика, посмотрим смеемся поболтаем с язычком мы поиграем смотри на нашего малыша и повторяй за ним когда мы говорим про дефектологов видите жанна нам сегодня напомнил но я об этом всегда помню почему бы и дефектологам тоже работать такие игры брать ваши комментарии используя на работе своими детьми я тоже Наталья, радуюсь встреч с вами, потому что прихожу с вами просто пообщаться, поделиться, ну и заодно, конечно, рассказать, какие у нас тут новинки и скидки и так далее. Ну вот эти моменты, да, когда я показываю. Поцелуем маму. Тени губки. То есть, может быть, с этого можно было бы и начать наш с вами вебинар, потому что... Ну, так как я все время говорю о том, что мы в комплексе работаем и над звуковой стороной речи, и над гласными, и над короткой фразой. Ну, и мы можем вставлять это как физминутку. Потому что вот эта игра малышастика, она появилась от того, что я работаю, как консульти консультировала как логопед. А вот у меня ребенку 2-3 года. Ну, вот он же не будет делать артикуляционную гимнастику. А я им показывала вот этот самый набор, который мы сделали в интерактивном виде. Я говорю, ну вот вы, он у вас как вас целует, да? Вытянуть губы и вот этот звук поцелуя, потому что мы видим детей, которые просто вот прикладывают губы, да, не вытягивают губы. Не... И мама, вот он меня поцеловал, он ее обслюнявил. А это уже артикуляционный момент, или как он тянет из трубочки. Предлагайте ему трубочку, может ли он ее обхватить губами и тянуть из нее, а желательно кисель, кефир, ряженку. Пьем. Пьем из трубочки, тянем воздух в себя. Вот, Елена, в прошлых вебинаров Елена, за, за 10 лет нашей работы на Мирсиба накопилось многие тысячи. И если вы просто подпишетесь на Мирсиба на Ютубе, там прям портал Мирсиба на Ютубе, там этих наших вебинаров просто несметное количество. Добрый путь, подписывайтесь, смотрите. Записи всех вебинаров наши специалисты получают на почту, поэтому тут это можно найти возможность посмотреть, познакомиться, задать вопросы. А главное, что всегда, каждую среду я с вами встречаюсь, чтобы вот более подробно рассказать, с вами пообщаться. Вот Эльвира <свист> дает как раз ссылку на канал. Ну-ка, поболтай язычком, как индюк. Шире ротик, язычок по верхней губе скачет. Да -да -да когда мы говорим о наших с вами неговорящих детях, да, ведь это же не только произносительная сторона, это невнятная речь, это, конечно, моторика, эмоции, это могут быть какие-то еще дополнительные проблемы здоровья, это дети с ОВЗ. Но ну, наша с вами задача такая, как логопедов, как дефектологов, как педагогов, вот, налаживать общение, да, то есть, видите, я когда с годами понимаю, что общение, оно гораздо важнее четкости произношения. И вот я за этим всегда очень наблюдала. И у нас с вами, конечно, уже такой опыт, что мы, когда на ребенка смотрим, вот маленький, двух-трехмесячный ребенок, как он фиксирует взгляд, когда мы к нему обращаемся, как, мы, как он реагирует, нас может насторожить, что на громкий звук он не повернул свою голову, хорошо ли он слышит. То есть. Это детство, вот этот короткий период становления речи, ну, может быть, вот с нуля до пяти, но ну, это просто очень короткий промежуток, и здесь очень важно его не пропустить. Поэтому, опять же, возвращаясь к нашим э, э, родительским собраниям, я считаю, что э, вот это может быть отличная тема с такой с презентацией, потому что родители э, не знают таких понятий, как гуление, лепит, в принципе, знать-то не обязаны, но они должны очень четко понимать, чтобы не пропустить момент вдруг отставания в речи, потому что у меня в практике были случаи, когда приходили 6-7-летние дети, которые хлопали глазами, вообще настолько невнятно говорили, что я на них смотрела и спрашивала, и где вы были раньше? В 2-3 года, когда у вас ребенок так, так говорил вот мы только вот поняли, что нам в школу сейчас идти, а он вообще-то что-то у нас не разговаривает. И далее ты начинаешь копать вообще, насколько он соображает, насколько он мыслит, общается и что это вообще, в чем дело. Но судя по тому, что родители каким-то образом за шесть лет не нашли времени сходить и выяснить, что происходит, их устраивало общение с ребенком. Наверное, он был послушный, тихий, ел нормально, понимаете, каких-то проблем не было. То есть вот наша задача, конечно, об этом родителям говорить. Поэтому вот эта игра малышастика как еще один дополнительный момент, чтобы с ребенком общаться, чтобы он обращал внимание на свое лицо, на артикуляцию, на работу губ. И вот такой комплексный подход моторика, эмоции, взаимодействие, повторение, описание, диалог вместе с ребенком. Вот это все и расширяет наши границы возможности описывать эти, вернее, не то, что описывать, да, это моменты взаимодействия с ребенком и вызывания, так сказать, запуск речи. Да? Поэтому не забывайте, на Мерсибу у нас есть и моторика, и на флешках там тоже есть моторика. Это работа с эмоциями, когда мы должны убедиться, что ребенок различает эти эмоции. Кто, кому грустно, кому весело, потому что Иногда в детском саду можно наблюдать такую картину, ребенок плачет, его обидели, а кто-то над ним смеется и показывает пальцем. Да? То есть вот этот момент эмпатии, понимание, что другому плохо, это ведь тоже все относится к этой сфере, и это все нужно успеть заложить в взаимодействие с ребенком. Когда я говорила сегодня про чтение, про слоги, вот коллега спрашивал про слоговую структуру слова. Я прям, видите, выделяю не просто знакомство с буквами, а сразу выбрала «слоги» и «слова». И здесь же мы с вами встречаем наших белок. А, белок. Здесь, конечно, есть так, «слоги» и «слова». Я ищу что-то такое, что вот… В наш... А, вот игра «слогобумс». А, то есть, вот обращаю ваше внимание, кто работает над слоговой структурой слова но и здесь есть простые игры, которые тоже активизируют речь, звуковую сторону, смысловую игра. Хочу ням-ням, например, она у нас есть на флешке на чтение. Играть, хочу ням-ням. Наши малыши проголодались, давайте их покормим. Вот они там в колясках, я выключила звук диктора для того, чтобы зайти в настройках, коллеги и выбрать значит буквы у нас цветные или же мы выключаем да в данном случае у нас нету задачи там твердость мягкость, мягкость. набор слов простой или как наши программисты говорят нормальный нормальный такой набор поставим допустим простой. Давай скорее кормить малышей слушаем коляску. ну, Аляску. ну повторяем, да, и вот этот момент, что ребенок повторяет, ну, и заодно как бы невзначай видит надпись и соотносит ее. Мы не ставим задачи, это не, это у, просто выбираем. А, бутылка же кормить его. Это мы накормим тебя, сыночек. Вот Антонина как раз Жанна нам подтверждает, что как, лого... как дефектолог она отмечает, что обучающиеся с интеллектуальными нарушениями с большим желанием играют и говорят, то есть используют эти игры в работу, потому что, конечно, с такими детьми надо работать и максимально какой-то потенциал их развивать, да, чтобы они могли быть полноценными членами общества. Так, что мы слушаем? Вот а такие две гласные а и услышала ребенок повторяет и соответствующую бутылку какую выбирая и даже в тот момент что здесь две буквы а и а здесь одна у ребенок может быть сам выберет как правило дети с любыми нарушениями вот мышкой прям таки владеют виртуозно поэтому он сам должен взять бутылку и удерживая клавишу мышки вот ее сюда в коляску притащить Здесь наблюдаем за ребенком, как он радуется, ему смешно, как он там ням-ням-ням говорит, да, вот он пьет молочко, а ты любишь молоко, как ты его пьешь? То есть вот я говорю еще раз, любая игра, прежде всего контакт с ребенком, взаимодействие, из него достаем информацию. Такие Ак. вот он говорит у нас простые звуковые конструкции. Попьешь, дорогой мой. Литр молочка еще никому не вредил. Ну и так далее. Разные звуки раздаются из коляски. Мы выбираем бутылку. Сам момент вот этой бутылки, из которой льется молоко, все это очень симпатично, и детям очень нравится. Поэтому а, флешка по чтению или рубрика чтения тоже здесь пригодится. Даже тот же Слогарден сказал бы на автоматизацию звуков, а может быть, у ребенка есть эти звуки, и он будет повторять слоги. Читаха-черепаха, читаем слоги, а мы с ребенком их просто повторяем. Я вот когда обучалась на повышение квалификации, курс квалификации ходила в институт Словского, я помню, что у нас прям было несколько таких мастер-классов, и нам приводили детей, которые там ходят и обучаются, которых вот через чтение вызывали речь, потому что они читали, они опирались вот на такие вот слоговые конструкции, и у них в конце концов вот они все читали, Татьяна Резниченко, насколько я помню, вот у нее такие пособия, тетради, и вот э, интересный тоже способ, да, потому что если ребенок плохо говорит, мы, конечно, с разных сторон к нему подходим для того, чтобы вызвать у него речь. Значит, мы с вами посмотрели, что вот первослов, да, вот эта флешка первослов, на ней тоже очень подробно это все описано. Затем, значит, что мне хотелось бы сказать вам сайте мы посмотрели все эти игры, посмотрели, что можно через фономатический слух, но это я говорю, не показываю, через все вот эти вот тоже простые игры. Ку-ку-бум, повторяй за мной. Назови вот эти слоги, там, свинку-копилку, сколько раз я вам показывала эти игры. Просто набор слогов, которые ребенок должен повторить. То есть... Материала очень много, и мы каждому ребенку найдем ключик через фонематический слух и повторение, через называние предметов, моторику, эмоции, артикуляции. Мы задействуем все сферы, чтобы вызвать речь у ребенка, чтобы вызвать его интерес к этой сфере, чтобы он к нам на занятия шел радостный, веселый и спокойный. Вот Оксана нас приветствует. Добрый вечер. В то время как мне бы уже хотелось вам показать материал, помечать, который я так активно показываю. И прежде чем я покажу нюансы, нашей распродажи и приглашу вас в наш телеграм-канал, где тоже идет розыгрыш очень интересный. Я попрошу Эльвиру, коллеги, разместить ссылку, потому что тот самый редкий случай, когда у нас на Мерсиба открыта вакансия. Я вам хочу сказать, что у нас замечательный дружный коллектив. И, конечно, работать с нами, я думаю, многие бы хотели. Так вот, вакансия, коллеги, для тех, кто любит ездить в командировки и хорошо знает мирсибо и готов представлять его в разных регионах. И поэтому, когда я читаю, что тут наши коллеги из Пятигорска, из Воронежа, я понимаю, что э, мы уже приезжали в эти города. Вот Ростов-на-Дону там нас приветствовал только что Виталий, наш руководитель был в Ростове-на-Дону. Поэтому, ну, скорее всего, конечно, это Москва и Подмосковье, коллеги. Кто заинтересован в работе, э, работать в нашей команде, кто представляет себе, что такое Мерсиба и с радостью представлял бы ее в разных городах, способен... Э, Интересно рассказывать, общаться, но я думаю, что таковые многие из вас. Но вот представлять Мерсибо очень хорошая вакансия, очень интересная работа, отличный коллектив. и Я думаю, что вы не пожалеете. И вот Эльвира, кстати говоря, тоже вот стала членом нашей команды несколько лет назад, именно потому что у нас образовалась такая вакансия на специалиста, методиста, который отлично владеет материалом и очень хорошо разбирается в Мерсибо. Поэтому я многократно вас приглашаю к возможности провести вебинар вместе со мной, рассказать, как вы пользуетесь Мерсибо, поделиться своим опытом. У нас команда очень коллектив, команда, да, коллектив наш открыт к сотрудничеству, к взаимодействию, поэтому, пожалуйста, имейте в виду, у кого есть возможность и желание работать с Мерсибо, представлять ее в разных городах, вот я, знаете, прям сама подумала, если бы я не была уже с такой нагрузкой, как разработчик программного обеспечения здесь на Мирсибо, и человеком, который ведет все время вебинары, я бы прям вот работала, потому что мне очень нравится путешествовать по стране и приезжать в разные города, и я бы с гордостью представляла Мирсиба, с удовольствием про него рассказывала, и думаю, что кого-то из вас тоже заинтересует такая вакансия. Кто-то, если потерял ссылку, вот она в чате, вы прям видите, что Эльвира ее нам показывает. Я вам расскажу про распродажу, которая у нас заявлена до 30 ноября на две недели. В честь Дня логопеда, с которым мы с вами вчера друг друга поздравляли. И вот магазин для коррекционных педагогов, так это называется. Вот игры на флешках. Не забывайте, можно переключиться. Программы на флешках, настольные пособия, программные комплексы, настольные игры. И везде вы видите вот такие веселые листочки, которые нам показывают, какие у нас скидки. И э, самые большие скидки вы видите минус тысячи, минус две с половиной тысячи. Это игра панорама, это первослов, который я сегодня показывала, и это э, так, развивашки с Мерсиба. Это по кнопочке подробнее. Вы можете почитать про каждый из этих продуктов, посмотреть на них внимательно. Так. Угу, угу, угу да? А, здесь, я думаю, почему здесь две? Потому что это программы. Вот у нас игропанорама, на Кимп очень большая скидка. Игра Панорама тоже отличный материал. И вот коллега спрашивала, где найти наши вебинары. На YouTube есть, можно и Игра Панорама тоже найти. Но в любом случае по кнопочке подробнее, коллеги, вы можете увидеть, что очень подробно мы всегда описываем то, что у нас представляется. Игра Панорама – это не просто флешка, да? здесь набор карточек, набор веревочек кубиков тут просто вот коробка большая к вам приходит и это конечно видите с 5000 до 400 200 это большая скидка поэтому вот здесь вот можете подробно почитать посмотреть очень богатый и интересный материал думаю что если запланировал в декабре все- таки вам еще раз рассказать про игры панораму чтобы вы увидели насколько это ценный продукт Скидка на КИМП, да, программа для создания индивидуального образовательного маршрута и программа для дошкольников СОВЗ. Это то, что нужно всем специалистам, поэтому имейте в виду, что сейчас очень большая скидка, которая позволит вам запастись этим материалом. Еще раз: игры на флешках. Вот идем в магазин, игры на флешках. И вот листаете, и видите, какие везде у нас тут листочки, и а, есть скидки на все-все товары. Когда у нас распродажа, так скидки уж у нас на все, что только можно. Видите, мой любимый генератор корректурных таблиц – минус 500 рублей, речь-двигатель – минус 700 рублей, конструктор картинок, тот самый, в котором можно составить любое пособие – минус 500 рублей. Да? Вот. А спектр, кто работает с детьми с аутизмом, смотрите, не 9,5, а 8. Здесь, конечно, хорошо бы обратиться к вашей организации, чтобы они вам приобретали такие эксклюзивные материалы, где очень развернуто и понятно описано, как работать с детьми. Поэтому распродажу я вам сегодня анонсирую. Надеюсь, что вы посмотрите внимательно, как это выглядит. Плюс, значит, рассказываю вам, что 17... Какой час? 15. Через два дня начинается курс по нейропсихологии для логопеда, для дефектологов. Отличный материал. Доступная цена. На 72 часа удостоверения сертификат государственный, естественно, мы э, все это по номерам, поэтому я говорю, когда мне подруги обращаются, они говорят, у тебя такой, нам к аттестации нужно э, сертификатик нам на 72 часа, вернее удостоверение. Я говорю, как я могу это сделать, когда все это, про, э, мы у вас берем документы, паспортные данные, ваши дипломы, это все проводится очень все серьезно, поэтому... Почитайте, здесь очень интересные специалисты, темы, и, как я всегда люблю говорить о том, что это всегда практический материал. Вот через два дня мы начинаем, и четыре лекции, домашние задания, практический материал, все то, что вам позволит повысить свою квалификацию реально, получить новые практические советы и приемы. Вот. Ну и, конечно, 72 часа к аттестации всегда нам пригодится. Затем, коллеги, вот у нас сейчас розыгрыш флешки в, в Телеграм-канале. Поэтому вот сюда нажимайте, подписывайтесь в Телеграм-канал Мерсиба. И у нас довольно часто проходят разные розыгрыши. Более перед Новым годом их будет еще больше. В Телеграм-канале всегда самая свежая и последняя информация про Мерсиба. Не пропустите ничего, поэтому заходите и имейте в виду. Это очень полезно. Значит, сегодня мы с вами так возвращаюсь я. А, вот мы с вами здесь уже и находимся. На курс повышения квалификации вас пригласила. Распродажу, коллеги, вот самое лучшее время сейчас. Вот а, телеграм-канал еще раз. Эльвира вам дает скид, э, скидку, а, скидку дает распродажа. Она вам дает ссылку. Пожалуйста, подписывайтесь на телеграм-канал. Имейте в виду, что распродажа вот стартовала с сегодняшнего дня. Можно сказать, со вчерашнего, да, День логопеда, курс повышения квалификации вас ждет, телеграм-канал. И еще раз скажу, что если вы пролистаете вниз, вы увидите, что у нас есть ссылка на вакансию, на HeadCounter, по-моему, она находится, где мы вас приглашаем в нашу команду Мерсива. Сейчас специалиста, который будет разъезжать по разным городам, со всякими интересными буклетами, материалами о Мирсиба рассказывать. Ну, это, конечно, командировки, и это, я считаю, просто отличная работа в нашей команде. Наверное, Москва и Подмосковье все-таки для вас этот материал. Смотрим, как работает наш сертификат, а он у нас работает, поэтому, пожалуйста, не спеша заполняйте его, для того, чтобы он значит, остался у вас на память о нашей встрече. Он придет в течение дней завтрак к вам, придет... Запись этого вебинара, если вы что-то пропустили, можно еще раз по, поучаствовать, посмотреть. И очень рада, коллеги, что вы сегодня очень активно со мной общались, давали обратную связь. И я понимаю, что большинство из вас пользуются Мирсиба. Еще раз напоминаю, что напишите в техподдержку, хочу провести вебинар с Катериной. Мы с вами поконтачимся и найдем способ вот так дистанционно провести вебинар, чтобы вы тоже поделились своим опытом работе, работы на Мирсиба. Ну что ж, в добрый час. Еще раз вас с праздником, с логопедическим. Я поздравляю вас с тем, что у нас началась такая распродажа крутая. Игра Панорама, Первослов, Кимп, материалы по, доку, по документации, наши карточки. Все доступно в магазине Мирсиба. Все будет для вас я, очень полезно. Да, и для аттестации большая помощь. Вот Алена, между прочим, это говорит. Что если вы со мной проведете вебинар, мы вам тоже дадим такую бумагу, что вы провели вебинар на большую аудиторию. Аудиторию нас вы видите сейчас в нас, Татарстан и Башкирии, Дагестан ну, вся наша громадная страна участвует. И для меня это классно. Карный ведущий вебинара. Да, Наталья, прокачала я у себя, понимаю, функцию говорения и проведения вебинаров то, чего я никогда не делала, но вот в октябре отмечали 10 лет Мерсибы, и из них, по крайней мере, 8 лет я просто бессменный ведущий вебинаров. И с удовольствием это делаю для вас, чтобы вы были также в курсе всех игр Мерсибы, чтобы вы легко ориентировались на сайте, чтобы вы понимали, какие у нас большие возможности оформить себе подписку или пользоваться флешками. И все для того, чтобы работа ваша была еще более интересной, насыщенной, продуктивной. Ну что ж, у вас на следующем вебинаре будем общаться. Распродажа началась, продолжается. Я благодарю вас за внимание, коллеги, и до новых встреч. До свидания.